Наследил — убери за собой. Жители городского округа наблюдали сегодня на улице Горького и Российской интересную картину. Делегация из двух мужчин, которые находились в сопровождении сотрудников администрации и полицейских, сдирали с домов и фонарных столбов бумажные объявления. Чуть ранее эти молодые люди были пойманы за несанкционированной расклейкой рекламных материалов. Тем самым они совершили правонарушение, предусмотренное статьей административного кодекса Московской области 6.5. Это размещение рекламных объявлений, не установлены для этой цели мест. Данные граждане были задержаны сотрудниками полиции, личности установлены. После этого был составлен административные материалы на обоих. Под неодобрительные взгляды подрастающего поколения мужчины удаляли неподатливую бумагу. Впереди их ждет комиссия, где будет рассмотрено правонарушение. Расклейщикам грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Отдел по общественной безопасности и правопорядку администрации Серпухова на постоянной основе проводит мониторинг городских улиц на предмет выявления незаконной рекламы.